В Ярославле появится еще одна собачья площадка во Фрунзенском районе. Сегодня ее монтировали на улице Кривого. Раньше эта часть территории в 500 квадратных метров в конце бульвара никак не использовалась. Все необходимые снаряды сейчас устанавливают, площадку огородят забором. Обещают завести песок и поставить диспенсеры. Все за внебюджетные средства. Это густонаселенный микрорайон, собаководов здесь много, так что площадка будет востребована. Раньше люди гуляли со своими питомцами во дворах или вдоль бульвара. Теперь эти места должны стать чище, особенно по весне. Одновременно мы сейчас сделаем еще одну собачью площадку на Красном Перекопе, говорится, у нас же двойной район, в районе Юзода, говорится, одна действующая уже имеется в районе проспекта Фрунзе, где лента у нас стоит. Вот. Ну а дальше будем рассматривать этот вопрос по мере необходимости. Площадки для выгула собак сейчас обустраивают и в других районах Ярославля, в целом по городу. В этом году их должно появиться около 30.